Интернетом я пользуюсь каждый день. Да так, чисто как в соцсетях общаться больше. Ну, муж там за немножко фильмы скачивает, а так. Во-первых, поиск нужной информации. Если у тебя интернет, если бы другой, это не составляет никаких проблем. По большей части общаюсь в интернете больше, чем даже звонками по телефону. Я все свое детство на улице игрался, и было нормально. Сейчас дети дома сидят через компьютер там. То, что общение стало виртуальным, да, это, наверное, хорошо. В том плане, кто ищет для себя вторую половинку, они там могут себе подобрать ее, посмотреть по анкетам, которые находятся ВКонтакте там, или в Одноклассниках, выбрать там по фоткам красивую девушку, например, пообщаться, как она вообще разговаривает с тобой, там, нравишься ты ей или нет. Можно потом даже пригласить на первое свидание. Если не понравился, раз, зашел на другую страницу, к другой девушке, там то же самое. Ну, он и нужен, и мешает, тут много вопросов как-то. Вроде бы отвлекает людей, и вроде бы, наоборот, нужен для того, чтобы дальше двигаться. Интернет появился в США в 1957 году. В 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. А в 1973 году компьютерная сеть стала международной. К 1997 году в интернете насчитывалось уже около 10 миллионов компьютеров. Я приветствую всех пользователей компании Уфанет и всех пользователей нашей всемирной сети интернет. Я хочу вас поздравить с этим днем, с днем интернета. Сегодня трудно себе представить жизнь без интернета. Интернет, который объединяет людей, расширяет наши возможности для планетарного масштаба, дает возможность найти новых друзей, реализовать свои возможности. Хочу поздравить с Днем интернета в первую очередь своих коллег, сотрудников компании Уфанет, потому что именно они за эти годы сделали компанию такой, какая она есть на сегодняшний день, яркой, неповторимой, интересной. Не просто компания, которая предоставляет услуги интернета, кабельного телефонии и так далее, мультипровайдеры, но и компания, которая делает замечательные яркие праздники, которые не просто продает услуги, которые дружит со своими оппонентами, относится к своим оппонентам и к своим коллегам, как своим друзьям. Я хочу пожелать всем пользователям сети интернет, чтобы вся информация находилась быстро, чтобы к вам не падал спам, чтобы скорость интернета неуклонно росла. Желаю, чтобы интернет помог вам в вашей жизни, в вашей работе, в вашей деятельности. Со своей стороны компания Уфанет приложит все усилия, чтобы помочь вам реализовать ваши желания. Мы очень рады, что вы есть у нас, и мы рады работать для вас.